То есть, ну, сыграет. Ну, может, да, может, игры не такие кайфовые, как у них там, в принципе, потные, там, знаешь, на понимании. Все по кайфу. Я видел, видел. Данек Зу, видел. Приветствую, приветствую, Марат. Че, let's go, one more time. Вот one more time с Амалем сыграем. Взяли XLTB-шку создали на АР-ке. Сыграли, гоу. XL-ку. На АР-ке хорошо по пикам выпало у них. Так, let's go, баним Баратрума. Инвока забанили. Я бы на Вокере сыграл бы. Мне прям интересно было бы. На Вокере сыграл бы. Что такое ЛБ? Ливы баны. Когда зашел в Доту 2, увидел минера, который делает 3-4 соло. А он там прикольно, он прыгает. Как этот, как чертик, короче. Так, че не побанили, че побанили? Че не банили? Драфте? Драфтите. Привет, передай три слова заранее, спасибо. Привет, Казахстану. Здорово. Привет, Казахстану. Нужно на адеквате, ребятки. Константин, ты тут? Турнир. Турнир нет, вряд ли я буду. Константин, даешь возможность еще одну игру прогулять? Еще одну игру прогулять. С Амалем нормально сыграем. Что-нибудь тут подпикаем сейчас. Подпикаем что-нибудь. Нет, на Ксине я не очень хочу. Ксине не очень хочу. Слардариха, слардариха. Го, Рубик. Ты тут еще одну катку можно будет пропустить, да? Я знал, что он ЕС возьмет. У него Сигна ЕС. Чувствовал. Лишрака нет, на 85-й лишрака нет смысла брать. Амаля залайкал от души. Зашел к Амале, к сожалению, 720. Но он с клуба сейчас стримит. С клуба стримит. Как-то так. Так, что возьмем? Что-нибудь интересное надо же есть. А почему бы не Дестройер? У нас есть баланс. О, на Дестре сыграем. На Дестре сыграем. Ну, можно сказать, я брал вторым, у меня была возможность подстроиться. Не, на спеке не. Да, Риксар, да я в курсе. Я на Некс сыграю, даже что-нибудь придумаем. Если дает возможность. Просто хочется нормальные игры отыграть по кайфу. О, с Мурлока взяли. Ну, нормально, должны законтрить. Что там по контролю? Контроль сильный на меня будет. Еще. Два героя таких сильных контроля. Посмотрим. Скидывайте по 50 рублей. Что-то ты какую-то хрень написал, серьезно. Дайте ему мутик, пожалуйста. Мы сюда не заходим за политикой, друг. Но серьезно. Серьезно. Что за хрень ты пишешь? Модеры, пожалуйста, отфильтруйте парня. Спасибо, ребят, за адекватность в чате. Есть вот кто вот такие неадекватные. Силачей много видел. Ну, попробую. А, на роуме будет. Но, кстати, высушить должен в центральный. Свапнулся, ля, свапнулся. Свапнулся. Он на Тускаре хорошо бегает. Он может всю карту зароумить. Там Тускар зароумит. Жестко. А вот он многоходовочку сделал. Поняли, да? Не, ББ. ББ. Не забираем тут. Многоходовочка сделал. Поняли? Свапнулся. Свапнулся, как хорошо. Ладно. Свапнулся, попробуем перебивать. Тускар в мид, да? Хорошо. Тускар в мид. Спасибо за подписку. Слушай. Все этого достаточно для крипинга хорошего. Для крипинга хорошего достаточно. Для хорошего крипинга достаточно. Он хочет, походу, шардануть, да? Вижу. Шард хочет кинуть. Сейчас может очень сильно продамажить. Не могу пройти! Дай пройти, Амаль, не дыши. Шардануть. Шардане хотел. А, кстати, этот Тускар максимально метовый в этой карте.
Дестер, не знаю, мета, не мета. Но сильный герой сам по себе. Сильный герой сам по себе. Этого не бьем, этот по идее залосхинило. Еще пачку гипов суицидим. Тяжко, да, Тускара тяжко. Тускар сам по себе очень сильный герой. У него там ботл еще есть, это Харрес будет. Очень большое количество Харреса. Очень большое количество Харреса будет. Он сейчас, в принципе, про это прогуляет. Он тут много экспы сейчас возьмет просто, и все. Стик возьмем, уплотнимся и хилочку. Все, вот это присылаем. Нормалды будет, по идее. Но главное не ошибаться, я, в принципе, знаю, что Тускар может. Есть, все. Сейчас шарданет, по идее, да? Хорош. О, жесть, как эти шарды ломают механику, да, движения. Шарды люто ломают. Жалко, сапога нету. Увидел под конец уже. Будем этот работать. Хорошо. Стараемся ему не давать лосхитить. Наша сила в том, чтобы его перелосхитить в начальной стадии. Герой. Лосхитерский у меня. Начальную стадию он должен, этот герой, у меня прям в ух, хорошо в центральной, не давать ему вообще ничего. На пятом возьмем арбу. Не будем брать. Я передумал. Резче, пожалуйста, с курой. Дайте плюс. А, вон тут, да? Понял. Хорошо. Дайте куру. А чё? А, у меня церкви-то нет. Вот, осуждаю. В любом случае надо забрать. Чё там? Регенерация. Go. Раком порн. Два стика, я два стика взял, да? Классика. Я считаю, что это классика. Шестой левел надо. Там еще и дальше может пойти, отопьется сейчас. Вместо цирклетки купил. Да, два стика, давайте один стик. Хотя, о, видели, пролагало, я кликаю, у меня, короче, герой не кликает. Хорош. Вот такое, не забрал. Чалька. Зачем летел, не забрал. Самое основное, что хотел, я не сделал. Дай одного крипа плюс. Ладно. Погнали. Говард купим. Опять ошибки в билдах. Привет, Алан. Да я, видимо, магазин не нажал. Не на тот нажал. Как бы нажал, но не на тот. О, ТПшки есть, можно поесть. Погнали, пешком бег. Дай мне седьмой, я пошел. Не дает. Хорошо. Все, восьмой левел арба. Что там, Леорика гоняют, да. Со Сларком тяжело будет, конечно. Тяжело.
Сегодня Сака, стратег. Я не знаю, какие у него аккаунты. Я забаню его все аккаунты, если он не признается, что это он. Но это такое... Жесть, я тут времени прогулял, да? Прикиньте. Че, не будем убивать, да? Ладно, я понял, я фармлю. Я фармлю туда. А, неплохо. Вот так вот, значит, да? Плохо. Я, если честно, думал, иллюзия подстанется. Ля, ты что там делаешь? За ганги. Хорош. Не успеваю. Нет арбы. Левел надо добить. Хорошо. Да, душанешь, ультани просто и все. Хорош. Там Сларка фидит, да? Печалька. Калька. Я тоже кура нужна бы, как бы. Кура нужна. Женя в лютере юви играли, Денис. Вообще не понял, что ты написал. Лютер и лювиривили, что это такое? Дайте куру плюс, не кура. Лютер вильвирвильвирь, что... Лекс Лютер, что ли? Так, что там? Седьмой левел, пол армлета. Хорошо, с фармом у него не столь прекрасно, как хотел бы он, наверное. Давай, морозь его. Шестьсот, но мой, по идее, тут уже. Хорошо. По идее, он тут мой уже. Купил стик, тот самый чел, который сразу, да, фейл. Только знаете, типа один фейл увидели, все сразу гавкать начинает. Это нормально. Это дота. Так пацаны играют доту. Настоящие. Так, ну что, будем визарды делать. Парсу. Я не буду подходить, опасно. Сларка бы надо там подзаконтрить. Я хз, а Леорик вообще не дает фарма. У нас сикер, в принципе, есть. Сикер есть. Оу. Но мне тут ГГ. Я тут не выжил. Никак. Ой-ой-ой, контроль потерял. Да. А он, кстати, в смоках, походу, был, да? У меня под сейва никакого нету. Хорош. Четвером, но я не видел его. У меня почти есть. Почти есть форс. Надо две тпшки сейчас купить. Сларка с next ультом надо идти убивать. Стики не нажал, да? Все равно не выжил бы, мне кажется. Все равно не выжил бы. Пойдет пока что. Погнали в лес, сходим. Который потом... Да, Юсуф? Есть такое? О, Юнус, извини. Есть такое. Есть такое, знаешь, когда ты типа... Нет, я, если честно, не волнуюсь. Я уверенно вроде стою. Но типа смысл в том, что меня больше всего беспокоит, что будут писать в чате. Потому что я чат всегда через себя пропитываю. То есть, когда ребята пишут говно, меня это немножко бывает подмораливает. И из-за этого приходится
Приходится не читать чат. Так бывает в жизни. Так, ну у меня почти есть кнопка. Пускар в роум ушел. Слот мне, говорит. Хорошо, Алан, сделаем. Слотов мне. Слотов мне, Алан, хорошо сделаем. Когда действует ульт Дестра. В зависимости от разницы интеллекта, наносится кратность. Кратность. Там на топе они все суетятся, да? Сек, пацаны. Можно принять пойти, да? Где? Раптуру только кинем. Я понял, еще и куры юзнули. Ой, найс, форста, вот это ошибка максимально. Боже, я так ульт помойно просрал, но там еще куру кто-то реюзнул. Я направил на топ, думаю, типа, ну, долетит. Форстав такой кривейший был. Я думал, у меня герой развернулся. Хрен там плавал. Джага без сапога, что ли? А что такое медленно? Дайгер. Ес, дайгер, это плохо. Плохо. О. Я умер 100%. Ля вообще не раздамажил. Сильнее ОД или Сало. ОД нету в доте у нас. У нас есть Дестройер. В чем разница между первым скиллом Мортры и стрелой Мираны? Чего? Первый скилл Мортретки вообще чистый, при этом могут орбы вылетать. А стрела Мираны, это стрела Мираны, это Magical. Плюс два разных этих. Да, Ланса пришла, спасибо. Переживай. Все good. Вот был бы сейчас кто-нибудь плюсик. Да почему бы не забрать, да? Ну не с кем просто, не с кем забирать. Я просто как будто один. Нету такого роума, который хочется. Тогда надо фармить. Мы перефармим, если не перефармим. Ну Сларк выиграет всех, если не перефармим. Не кидай на меня, пожалуйста, эту штуку. Надо фармить. Шейкер без сапога просто вон купил. Кайфует. Там Сларк Лотар почти. У них кор фармит, у нас тоже кор фармит. В принципе. Мне главное фармить и не умирать. Будет нормалин. Если не буду умирать, вообще по кайфу. Дайте Азику бан, пожалуйста, модераторы. Просто дайте баны мои, все, и забыли. О, GG. А у Сикера стрик, короче, 0.5 на демо сделать минимум. Так, ну не вижу я Тускара. Тускара я не вижу. Где Тускар может быть? В принципе, у меня стоит в центре, вон там в лесу кто-то был. Хорошо. В лесу кто-то стоит. Стрелой Мираны можно промахнуться. Да, тоже. Тоже есть такое. Не знаю, почему я проигнорил основной артефакт на команду. Основной артефакт я проигнорил. Там Doom. Души, души, души. Даже ультани у него. Чтоб не засейвили. Хорош, гол. Не пойдем дальше. Вон ты пошится. Скар. Этот меня, но он хейтит меня. Тупо. Пацаны есть.
Но этого забирать надо. О. Печалька. Ну, пацаны, может, разберут. А, нет, там лотар же есть. Души ее, садуши. Хорош. БКБ не поможет. Два ульта игнора БКБ. Какой? Все поможет, не ссы. Мне главное, чтобы... Он типа Сларк. БКБ в любом случае от ЕСа надо. Как ты будешь играть против ЕСа без блэкингбара в такой катке? Души, души, души. Еще морозильника мы туда. Опять суицид. Но Женя как обычно. Женя. Титы оф. Я от слайнинга вышел, естественно, начинаю фидить. Что мне делать? Челы видели? ЕС просто бежит их ослаймить меня. Это наркомания называется. 1.5, какие читы? Ропла, что ли, не выкупил? Осуждаю. Баклер. Зато с дипломом от души. Что со Сларком делать будем, пацаны? Есть какие-нибудь? Есть какие-нибудь предложения? Сикер фидит. Да, я еще взял героя, но я взял героя на мид. Я думал, на мид пойдет. Боже. Вот они, вот как и Отик, так же вчера меня забайтили. Но у меня вчера заказ был. Думаю, ну он взял там героя, типа не Лину. Думаю, ну кайфанем, поиграем. Но в миду герой посильнее. А, Амаль схитрил. Решил таки Амаль похитриться немножечко. Хитрый. Кси-3. Фармим пока. Да, у этого, у... видел, у ЕСа там, просто бежит волосы назад у него. Константин, легко написать, трудно собирать, держи в курсе. Того, что ты написал, артефакты в инвентаре не появляются. Надо меку сначала сделать своим, оболтуем. Оболдуем. А они все вон в Т2, надо уходить оттуда. Хулиганчик сейчас погибнет там. Что вы хотите, кликаете там? Мы не способны драться, если что. Мы лохби. Лохби. У нас дестройер ничего, всю катку делать не будет, если что. Я отхожу отсюда нафиг. Погнали. Может глиммер? Посмотрим, может и глиммер. Центр не будет убивать. Хорош. Валентин, ну, взял, отдал колбу, да? Одобряем. Если я ему даю кнопку, он, типа, уходит спокойно. А жестко ТП просто нажал, ушел. Поешь хинкали, брат. Отлично. Хинкали. Если хекс сделаем, будет очень хорошо. Там Люцифер еще, да. А что сделать, что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? У нас тоже джага есть, если что. Нам если вместе собраться, будет нормали. А так, хз. Да, с астрала бы ушел. Да понятное дело, там нет смысла юзать астрал.
оппонента. Вместе надо, цемки с энтри и поехал. На топе крипчиков. Тускарчик. Если там еще и ЕС, то это плохо. Можно герочек взять. Есть форс. Если сейчас возьмем и дагер, вообще круто будет. Типа я смогу люто цеплять. Но там тускар будет собирать сейчас тоже дагер. Пассивка пополняет ману после добивания крипа. Пассивка после срабатывания каких-нибудь магий. Работает. То есть, ты магию какую-то условно зажал, вот я арбу кащу. До того, как арба вот летит она, раз, долетела, все, значит магия защиты. Мелька только хилит и все. Да, что она еще должна делать? Смотри, нету. Губы. Апаемся, фармим просто и все. О, мой кор вылетает, если кор вылетает, CGG. Если кор вылетает, GG. А, нет, сейчас живет. Хорошо. Да не на шейкере Амаль, он на тускаре. Он свапнулся, он сначала шейкера взял, потом свапнулся. Сколько у тебя максимум ДД вылетало с первого скилла в играх? Я не знаю. Честно. И все там, ля. Нет, я русский. Ждешь своего друга. Я бы не сказал, что мы с ним прям дружим. Ну, почему нет? Если у него то, о чем все говорят, то скорее бы он пришел оттуда, потому что, ну, места не столь приятные, честно. Просто врагу не пожелаешь, если он действительно там. А так хз. Кинь раптуру ему. Раптуру кинь. Сразу. А, мне дума дали, пацаны. GG. Меня еще и зажало. О, боже. Гоу. Боже, ноль урона просто. Че, у меня интеллекта так мало, что ли? Что за бред? Ну, еще этот чел лагает. Ну, тут, скорее всего, лузанем. Я своего героя не использую, мы не можем. Меня зажали, хекса дали, до свидания. Я все голду просрал. Еще чел лагает на джаггере, сейчас бы драку выиграли. Аганим нет, Леорику аганим я тут не буду говорить. Но без джаггера игра, пацаны. Мы тут проигрываем 100%. Парень на АБС не потянет. Я не потяну, тем более, если меня так подхейчивают. GG. Думчик кинули, эхо слэмом залетели. Сларк может. Понятно, нет. Леорик. Да, Леорик вряд ли потянет, если вылетает джага. Ну, посмотрим как. Там еще Сларк, не забывай. Сларк же, это ж такое дерьмо. Если бы я тут был на Сларке, я бы уже, наверное, 15-0 бегал бы. Не знаю, типа, я не стал такое брать. Типа, а там чел берет по кайфу. Все, ГГ, без джаги играем. GG. CM0 без сентрей на сапе. Да понятное дело, у меня есть дерис. Там без маны, по идее, они минус 80%. Маны точно нету. Остается делать.
Ну, кикай его же, что делать, пацан залагал. БМ Хекс, красный догон. Братан, это все надо нафармить. Это все фармится в драках. Как ты это? У него дагер, что ли, там? О, нет. Спасибо за подписку. Да чтоб ты меня. Спасибо за подписку. На ХГ застрял. Все, ушел. Да не заберем его, Б. Куда ты прыгаешь? Уже все. Забей на него. Цемку не отдать только и все. Да я свой хекс просрал. У меня почти арба была уже. Ну, 2700 хотел взять. А сейчас джаги нету, чё без джаги будем? Там еще и чел, наверное, разберет сейчас, да, тускар. Ой, тускар, сикер. Так что печалька. Я пошел в мид. Тут я не знаю, тут много слотов надо будет. Я даже хз. Этот кап с ноги никак не уберет на сикере. Бедолажка. Потненькая будет. Плотненько. До конца в любом случае. Я байбайкнулся. Фрага не взял ни одного. Тупо на ассистах. Сорка. Нахина здесь. Что сделать? Игра такая. Так, чат я, пацаны, пока не буду читать. Дайте попробовать. Попробовать показать нормальную игру. Что вы вот это смотрите? Что вы там раздели его, этого чела? А, ну вы все раздели без моего участия. Без моего участия раздели. У меня ульты нету. Мы там сейчас, если подеремся, жди. Жди всех. Как же я вспоминаю этот мультик Аркадий Порозов. Да, было дело, бро. Классика. Опа, минус Леорик. Здравствуйте. Мне сразу Doom дает тут контроль. Так, ГГ. Можно жить плюс. Я в Думе вечно стоять буду. Не, мы так не выиграем. Отжаться надо. Надо, брат. Надо. Нахрен я взял Дестра. Не можем реализовать. Ой. 4 на 5 мы не потянем. Я на Джагу надеялся, потому что он фул при стоял. Этот Леорик потел. В лайне ВС Ларка. Форстаф или дагер, но я форс сделал, видишь. Бладсикер 0.8 играет. Печалька. Я тебе нормально сделаю, да? Дизармик сюда. 2800. Ну, мне хекс не поможет, мы драться не можем. Что мне собирать в этой игре? Нас четверо, таргет на один таргет меньше уже. Я хз даже. Ищкири. Не дает ничего нажимать. Первый скилл Дестра это типа второй скилл Сайленсера. Да. Да. Можно и так выразиться. Можно и так выразиться. И... вот это, если честно, такое... Что разбил? Гиперстоун разбил еще, скажи. Гипер. О боже, ясно. Ясно. А куда ты смотрел, когда ты закупался? Боже, у тебя слотов нету, че. А, хулиган. Да он в меня закатываться будет, типа. Без варика. Хорош. Давай вот так вот сделаю. Пусть поближе. Съезд не накрыл бы, будет хорошо.
Я ульту сразу отдал на понижение маны, чтобы маны не было. Нормально туда. Вообще надо было догон делать. Классика жанра. Почти хекс есть. Сларка с хексом закроем. Да хрен мы его закроем. Только на зацепах надо. Короче, если я тут, в принципе, в эскейп соберусь, то нормально будет. Сларк имба не контрится вообще, что у 85 ноги в 5-й карте пишут, что Сларк не ап. Сларк 85-й сильнее, чем 83-й, я считаю. Так, у меня кто-то тут сейчас будет. АПТ на силу. Такое. Фермер гейминг пошел. Рудге. У тебя нету реса, да, брат? Рес есть, принимай тогда что-то. А чан БМ не жмет. Отходим. Сларк идет по любе. А есть рез, да, хорошо. Сейчас уже будет хекс. Плотненькая. В принципе, у них актуальность героев теряется по чуть, но Тускар потеряет к 40-й минуте актуальность. Будет, конечно, моросить, но не так сильно. Возьмем хекс. И под ЕСа не вставать, и будет гуд. Гуд будет. Сларк БКБ-ха. У вас хоть какой-то фарм будет. Не-не-не, нифига. Это все мелочь. У нас все нормально было. Нам драки вместе собираться, и все, и мы выигрываем. Нам драки вместе собираться и выигрываем. Куджаву тут можно. А, все. Все, Б. Вообще от ХГ, го? От ХГ. Ой, как хорошо, что он не попал. Сейчас бы такая ложевая драка была. Никого на карте нет. У нас четверо. Го от ХГ сюда. Ой, путничка. Ес там. Мне бы пару раз инту бы снять. Вообще кайф был бы. Пару раз бы. Если стакаться крит... Да, криты будут стакаться. Почему нет? Криты будут стакаться. Если он раптуру в Сларка кидает, это хорошо. Должны убивать. Ну, в 85-й карте у аппарата вообще ничего не снимает ультимейт. Один только Сандер может помочь в такой ситуации. Мне что не нравится, это Doom. Там Doom. Что там, гем? Гем Туск. От чего он гем взял? От ХМ? Нифига себе. Бедолага. Немного ли? От СМ-ку. Сракич. ХГ. Оставь там все это дело, брат. Оно тебе не надо, брат. Там гипер купил, бро, да? Хорошо. ХГ. Ульт что, реально дольше КД? Для него можно Актерин купить? Нет. Где ульт дольше? У аппарата нет, такой же КД. У аппарата просто ультимейт имба в этой карте. Я даже подумал лотар купить. Но, видимо, не варик. Го душить. Пацани.
Я понял, понял, пацаны, зря, зря газон. А, мне дума дали, все, ГГ. ГГ, дума дали. Курим. Нету аганима, да, хорошо. Но Леорик два раза умирает. Ничего не сможем сделать. Леорик два раза умирает. Жесть, это имбалансно, да, на самом деле? Прикинь. Хорош. Так, ну, хекс есть. 40 секунд продержимся? Да хрен мы продержимся 40 секунд. Без Леора. Шансов зеро. Без Леора. Это он Джаггера выводит там. Да не, там тут не варик. Джиджи. Джиджи. Была бы молния там у Леорика. Может быть что-то. Фри хайграунд. Там Рошан есть. А мы проиграли тут сейчас Рошана. Пойдут они уже GG, ничего не сможем. Насчет дума, можно ли его развеять с помощью аганимного ульта Вивера? Нет, ты вернешь здоровье, все. Еще катка будет. Ну, до 12 стрим. Вы че? Вот Леорика убивают там. Мы ничем помочь не можем, тупо. ХЗ, сейчас в Рошана идти. Против шестерых драться. Они забирают, пусть берут. Хорошо. У нас нет варика тут забирать. Чего? Астраль перед дракой несколько раз ПТК пушат. Ты чё? Ты чё, глупый? Как я тебе подойду за Астралью кого-то? Мне сразу дадут дум, мне дадут стан или тускар накатится. Ты чё пишешь вообще? Пару раз астраль. Я посмотрел, как бы туда подходил и астралил в таком пике. Ну ты, конечно, гусь. Да. Бывает. Тут просто ФФ и все. Я вам говорю, не потянем. Я еще и не на коре, это GG. Там переиграно свапом. Надо быть умнее, тоже будем свапаться. Риксар сделал бы что-то. Да не. Я начало нормально отыграл, у нас вот фейл. Видишь, чел ливнул. GG. Сларк, башер и БКБ. Имба еще жестко. Тут как бы Дестра мне перебил. Эстро мне перебить такое. Думаю, в меня пока дебют. Сайленсер или Дестер больше нравится? Сайленсером проще. Дестер, он такой. Немного со спецификой. А Сайленсер просто райт-клик и все. Там думать не нужно. Глобалку прожал, побежал. И все. Линку. Да я не думаю, что я линку соберу. Попробовать байбека ставить. Там Тускару, наверное, Егу дали, да? Сларка нету. Тускара, Аега. Странно, что мне дали это сделать. Но мы ХГ теряем. Он пошел затар делать на это. Слейте дума. Вы чё? Эй, алло. Хорошо, что не закупился. Говорю, слейте дума. Чё за опять? Чё за сайленс? Мне сайленс какой-то повесился. Чё за сайленс? Господи. Видели сайленс какой-то повесился? От кого? Дум неужели висел? Изи катка. А, если б я был на коре, другая игра была бы. Жалко, конечно. Взял Дестра, думал, центральный вытащим. Жалко, что туск этот вылетел. Джиггернаут, интереснее было бы. GG. GG. Джиггернаут подвел эту игру. ХЗ. Максимально подвел. Не было расчета, что будем сами на Дестре. Ладно, ГГ, ничего страшного. Легион не сейвит, шестой.